два дня, 30 и 31 марта, в Измаиле проходил 15-й открытый детский музыкальный фестиваль учащихся школ эстетического воспитания «Юные таланты Бессарабии». Два дня проходили конкурсные прослушивания участников из Измаила, Рени, Болграда, Килии, Татарбунар, Тарутина и Камрата из Молдовы. В фестивале конкурсе приняли участие вокальные и инструментальные ансамбли, хоры, оркестры, хореографические коллективы и вокалисты эстрадного жанра. 31 марта в зале ДК состоялось торжественное закрытие традиционного фестиваля и награждение участников. Дипломы первой степени завоевали Кристина Жечкова из Суворова, Олеся Кичук из Измаильской школы искусств, детский народный оркестр «Должас Камрад», ансамбль скрипачей «Рапсодия» школы искусств, ансамбль скрипачей «Элегия» ДМШ номер 2, хор старших классов школы искусств, камерный ансамбль из Рени, хореографический ансамбль «Конфетти» из Рени и другие. После награждения победителей был гала-концерт, на котором зрители смогли еще раз убедиться, что дипломы первой и второй степеней юные бессарабские звезды получили не зря. Оксана Карцелян, веб-студия «Курьер».